Андрей, очень приятно. Где Илья? Откуда я знаю? Вообще, откуда вы знаете? Здесь, в школе познакомились. С пацанами не договорился, пришлось заступиться. Извините, алло. Да, Андрей Васильевич, здрасте. Систему слежения установил, люди налаживают. А теперь у меня дела. Личные. Личные дела? В рабочее время? Да, свои личные дела. А ты оставляй свои личные дела и приезжай в офис, поговорим. Алло, Рит. Не надо на меня кричать. Илья не прибегал? А я не кричу. Ты приезжай в офис, поговорим. Да не, ничего не случилось. Я сегодня попозже с работы приду. Ты мне позвони, ладно, как придет? Да ничего не случилось, пока. Да найдется ваш Илья. Успокойтесь. Ой. Здрасте. Здрасте. Я, наверное, ошибся? Нет. Нет, вы не ошиблись. Вы не ошиблись. Ва. Ну, проходите, проходите. Не стесняйтесь. Проходите одну минуточку. Давайте, давайте. Проходи. Обещала его привезти сюда еще раз, потому что он не успел дорисовать. И не привела, представляешь? Из-за этой работы. Ничего с ней не успеваешь. Вечно это безденежье. Сашка в Америке. Сашка, это муж? Да нет, сестра моя. Илюха на нее сначала обижался, а потом привык, а может, делал вид, что привык. Он мне даже про тебя ничего не рассказал, представляешь? Это я его упустила. А у меня ведь кроме него больше никого не осталось. Очень приятно, и Игорь. А вот вы не знаете, какая сила привела вас сегодня сюда. Вы думали, что счастье и любовь – это не ваше дело, а вот какая-то сила заставила вас купить сегодня этот шикарный букет и позвонить именно в мою дверь. Чаю или сразу вина? Спасибо большое. Мне бы Лесю, она дома? Как Лесю? Лесю Хрусталеву. Я Игорь Хрусталев. Нет. Да. Вам что, плохо? Ну, иди к черту. Может, воды? А я знаю, где наш беглец. Где? Сидит у меня дома под дверью беженец. Спорим? Мне подруга сказала, что
На вокзале его видела. Он провожал какую-то девушку и поцеловал ее. Мы с ним 3 года жили. Взяла я прямо его, спросила. Было? А он сказал, что было. Что это его первая любовь, и что он еще со школы ждал. А она его бросила. Вышла замуж за другого. Ну, в общем, что он ее... Всю жизнь будет только ее любить. Ну, а нам это не помешает. Женится-то он на мне. Ты понимаешь? Понимаю. Ну, ладно. Я пойду. На, это тебе. Куда? Сядь. Я сейчас чай заварю. А на утро нас с Ильей выбросили на улицу. Вот такая история. Хорошо, что ты сегодня оказался рядом. Спасибо. А погоди. Найдется Илюшка. Обнимешь его сначала, конечно, отшлепаешь. И вот оно, счастье будет. Обидчиков твоих не было никогда. Да. А ведь ты, Игорек, не ее любишь. Ты себя любишь. Много ты понимаешь. Я вообще ничего не понимаю. Такая глупая. Вот знаю только, что жить так нельзя. Если кроме себя больше полюбить некого. Сейчас по телефону поговорю, ладно? Отец, тут такое дело есть. Я, в общем, траванулся, расстройство у меня. Я ничего не слышу, что ты говоришь? Траванулся, говорю. Слезть не могу с унитаза. Слушай. Ты где? Дома. Может, врача вызвать? А, не, не надо, не надо. Я уже сейчас таблетки принял уже. Часика-два полежу и... Давай, держись, сынок. Держусь. Пока. Оля, машину мою. Хорошо, Андрей Васильевич. Я к Андрею ненадолго. Так. Там люди должны ко мне приехать по поводу стройплощадки. Помним. Пускай меня в офисе подождут. Обязательно. Да, все. Это Хрусталев. Значит так, слушай меня внимательно. Что я скажу его матери? Ну что я ей скажу?
Может, родственники какие-нибудь нет, есть? Нет. Товарищи школьные. Нет, ну нет. Во дворе нет, кто-то нет, может. Нет, нет, нет. Поехали. Андрей! Андрей! Ты что здесь делаешь? Ой, как неудобно. Папочка застал бывшую жену в кровати сына. Надо же. Где Андрей? Андрюша сейчас подойдет. Заодно расскажем ему, как ты заставил меня любоваться изнасилованием чужой жены? Что ты хочешь? Замуж хочу за твоего сына, Андрюша. Детей от него хочу. Люблю его. Благослови. Да. Понял, папочка. У нас любовь. Оставь в покое моего сына, или я не знаю, что с тобой сделаю. Что, убьешь? Я тебе все отдам. Все. Только Андрея не трожь. Прости меня, пожалуйста, Лера. Хочешь все забирать, только сына оставь. У меня в жизни больше ничего нет. Да, записал. Батя. О, Игорек. Ключи дай. Ключи от Андрея квартиры. Зачем? Командор уже знает, что его обожаемый сынок – полное дерьмо, который к тому же спит с его бывшей женой. Месть удалась. Чего ты радуешься? Ты же человека подставил. Слушай, Игорек, ты фильтруй базар. Думай, с кем и о чем ты говоришь. Не порть мне праздник.
Да ты страшнее командора, батя. Ну, давай, бей. Чё стоишь? Бей давай! Ну! Эх ты, щенок неблагодарный. Сука. У деда была дочка, и у бабы была дочка. Илюш, можно уже? Подожди. А так, где эта пачерица? Что там? Что с ней происходило-то? И скотину поила, кормила, и дрова, и воду в избу носила. Илюш, я не могу больше, я устала. Ну, потерпи немножко. Печь топила, избу мела. Я как-то пачерица. Еще до свету, ничем старухе не угодишь. Все не так, все не эдак. Ветер хоть пошумит, да затихнет. А старая бабка... Показывай. Красота. Илюшка, что у меня с ушами? Ну, скажи мне, что у меня с ушами? Ну, вот посмотри на меня. У бабушки вот такие уши, да? Нет. Точно? Нет. А зачем нарисовал? Не знаю. Слушай, поздно уже. Мне Лесе звонить пора. Не надо. Пускай поищут. Ты же обещала. Ты так вкусно пахнешь. Ты уверена, что ты здесь? Ничего мне не сказал. Я чуть с ума не сошла. Где твоя шапка? Здрасте. Здрасте. Папа, знакомься, это дядя Андрей. Здрасте, Андрей Андреевич. Здрасте, Татьяна Сергеевна. Вы что, знакомы? Я сейчас объясню все. Ну что, боец, поехали? Погоним? До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Расстройство, говоришь? Это кто? Ну-ка, выходи из машины. Давай, она выходи. Она со мной. А что она здесь делает? Она со мной. Выходи из машины, Алис, выходи. Иди, пожалуйста. Ты что здесь делаешь? Кто вас познакомил? Это что, заговор? Я спрашиваю, кто устроил это знакомство? Это я. Я желание загадал. И оно сбылось. А ваше? Илюшка. Ну-ка, иди сюда, поговорим. Мне с тобой разговаривать не о чем. О чем нам с тобой разговаривать-то? А? Как ты ее при всех отец, да? Отец? Так вы же не люди. Что же я вам всем сделала? Ну что я вам всем сделала? Леся. Подойди ко мне. Леся. Андрей! Леся, стой! Стой! А? 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 А?
Чао. Андрей Васильевич, вам тут пакет передали. Сын ваш, Андрей Андреевич. И, кстати, Хрусталев в приемной ждет. Приглашаю его. Угу. Вот, командор, уехать я решил. Куда-нибудь там, в Сибирь. Кого ж ты охранять там будешь? В Сибири. Тайгу? Может, и тайгу. Дом там у Татьяны и родичи, опять же, все. Оттуда. Да и устал я. Вот. В общем, ты прости меня. За все прости. Да и за пса этого. А главное, за Валерию прости. Ну да, это... Видишь ли, я все это устроил-то, ну их... Ключи от квартиры дал. Опять же... Вот, как оно все это вышло. Ты не гляди так. Не гляди. Не знаю, хочешь, убей меня. Мне уж теперь все равно. От меня и сын. Теперь отказался. Да, да, ты и сам понимаешь, каково это. Прости, если можешь. Вот так у нас с тобой вышло. Лесь, ну, может, не поедешь? Оставайтесь, я портплату снижу. Нет, Рит, надо ехать. Так, тогда пирожки на дорожку. Спасибо. Я помогу, а то вещей очень да много. Да не надо, мы там машину возьмем, нам помогут. Ну, давайте, на дорожку сядем. Ой. Давай, 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 давай. Ну, Лёш, ну, ты мой, мой сладкий. Ну. На данный момент сохраняется тенденция роста реальных денежных доходов нашей сети. При этом остаются следующие показатели. Показатели производства выросли на 30%. Показатели товарооборота выросли на 48,2%. Ведутся переговоры по заключению новых связей со странами Европы и СНГ. Также сохраняется тенденция роста чистой прибыли наших сети со странами Европы и СНГ. Что поможет нам выйти на рынок новых товаров и новыми услугами? При этом вы запомнили, остаются следующие показатели. Сохраняется тенденция роста реальных денежных доходов нашей сети. Показатели производства выросли на 30%. Показатели товарооборота выросли
на 48,2%. Послушайте, так, может быть, перерыв? По супчику? Леся, куда мы? К тетке в деревню. А школа? Там есть школа. Здрасте, на Курский вокзал, пожалуйста. Поехали. Загадали. Сбылось ведь. И все-таки чудо бывает. Ну, что я могу тебе сказать? Небольшой невроз, хроническая усталость. Ничего страшного. В принципе, здоров. Ну, попьешь витаминчики, чай успокаивающий. Отдохнешь, и все будет нормально. Вот. А галлюцинации могут быть? Нет, галлюцинаций быть не может. Я тебе так скажу. Ты с работой поосторожнее. Тут на днях одного чудака привозили. Так он третий день под капельницей лежит. Трудоголик. Привет. Олеся уехала. Я знаю.
Пахнет у тебя вкусно. Пирожки. А с чем пирожки? С творогом. Я люблю с творогом. На это тебе. Угостишь? Проходи. Привет. Привет. Как дела? Чего звонишь? Мне плохо. Ты скоро? Да сейчас, 5 минут. Поедем к маме, она приглашает. Хорошо. Ты была неотразима. Правда? Угу. Тебе понравилось? Угу. Кто звонил? Так, ошиблись номером. Смотри мне. Чего ты? Правда? Кто там? Юля. Ну, здравствуй, Юля. Ты вип? Я все, что ты хочешь. А что я хочу? Что ты хочешь? Что я хочу? Могу догадаться.
Айдем и Мампу на пары. Как откуда? Меня прислали. Ну, ты же актриса, ты не проститутка. Жизнь заставила, солнышко мое. Ты же меня на улицу выбросил без копейки. Что мне оставалось делать? Мне позвонить надо. Кому ты собираешься звонить? У тебя никого нет. Андрюша, тебе плохо? Может, скорую вызвать? Давай скорее ужин на столе. Лесь, ну можно я погуляю? Нет, Илья, мы сейчас ужинать будем. Мы после ужина. Нет, уже поздно. Так, что стоим? Ну, наконец-то. С легким паром. Я во дворе. Так, все готовы? Посмотрим. Садись, конечно. Ну, отлично. Так, ты сегодня будешь есть за четверых, Илья. Ты за двоих. Спасибо. Ну и я за пятерых. Спасибо. Давай. Спасибо. Все, все, все. Сосиски? Так, сосисочку. Приятного аппетита. Спасибо. А соревнования? Какие соревнования, Илья? А ну-ка, давай, ешь. Давай, давай, давай. Ешь, ешь. Тогда я есть не буду. Это что за номер? Давай, Илья. Ну что это такое? Андрей, скажи ему. Ну ладно, давай один раз. Только быстро. Андрей, давай, давай, давай. Ну что такое? Ну перестаньте, пожалуйста. Ты лучше скомандуй нам. Ну ладно. Скомандуешь? Командую. Готовы? Давай. На старт. Внимание. Марш! Илья победил. Опять. Вот всегда Илья побеждает. А теперь? Спасибо, Андрюша. Еще раз спасибо, Андрюша. Давайте. Приятного. Thank you.
Илья, прекрати. Уже все позади, у вас был гипертонический криз. Но сейчас все хорошо. Андрей где? Андрей спит. Он сменит меня днем. Прости меня, пожалуйста, Хрусталева. Прости. Я вас уже давно простила. И, пожалуйста, не называйте меня больше Хрусталева. Я уже давно Комиссарова. Да ты что? Скоро станете дедушкой. Илья. Спасибо тебе, брат, большое. За что? За волшебство твое. За то, что желание мое самое сильное исполнилось. И вам спасибо. А мне за что? За Андрея. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Бать, давай бульончику. Спасибо. Горячий, осторожно. Ну-ка, Илюшка, поднимись. Ну, садись. Сыграем деду что-нибудь? Что сыграем? Импровизацион?